Поке это то же самое, что роллы, только готовится гораздо проще. На него идут самые обычные магазинные продукты, и заправлять я его буду ореховым соусом. Авокадо нарезаю вот такими вот квадратами произвольно. Огурцы такими же квадратиками. Помидоры черри просто пополам. Рыбу такими же квадратиками, как и остальные продукты. Теперь осталось самое легкое – соединить все ингредиенты в одной тарелке. 150 грамм заправленного риса выкладываю на дно тарелки. Теперь все ингредиенты выкладываю вокруг риса. Авокадо, помидорки, огурец, рыбку, чуко-салат. Беру столовую ложку соевого соуса и поливаю все ингредиенты. Теперь самое основное – это ореховый соус. Наливаю вот так вот в серединку. Посыпаю все это дело кунжутом и украшаю полосочками нори. Вот такая красота у меня получилась. Поке действительно проще, чем роллы. Бери палки и съедай, пока никто не видит.